Сегодня в нашей студии новостей Амина и Айнора. К сожалению, с нами нет нашей любимой Туки. Да, она как узнала, что мы будем смотреть Burning Rap и видеть парней, танцующих под дождем, и пресс-данки в черном. Да, упала в обморок, мы не смогли привести ее в чувство, да, так что поэтому сегодня реакшн без нее. Нам больше достанется. Да, ну и я повторюсь, что мы снимаем реакшн на клип 101 Burning Rap. Это клип, который не выиграл в голосовании. Клип лузер. Но концепт там очень интересный. Парни в черном. Что-то такое, если вспоминая тизеры и все возможные видео, там что-то такое хат-хат. Прикольно, они вот этот one-on-one раскрывают, мне нравится. Вау, красиво. Красиво лошадь. Я хочу на лошади покататься. Ух ты! Ты кто? Это Данька? Они убегают от фанаток. Красавчик. Ох, он нереально красивый. Хороший мейкап. Мейн рэпер. Красивый. О, Минхио. Красавчик. Вау! Какой он красивый! Вау, это Джиньо. Вау, парни, это был. У меня, по-моему, кроме вау, больше нет никакой реакции на этот клип. Блин, вот эти имена на фоне. Карни. Вау, Джиньо. Вау, ничего себе он, красавчик. Оооо, Лид, Клан Лид. Ой, Данька, прелесть. Вау, жена. Прикольно, что они надписи на английском сделали. Данька. Дышим, дышим. Да, я реально перестала дышать. Какой он красивый. Шикарный. О, сама вау. Неужели ты появился? Вау, этот момент был прям шикарный. О, Джихан, его тоже, кстати, только появился он, да? Вау, красивый, красивый. О, блядь, классный момент. О, господи, ну, обожаю. О, это мой самый любимый мой. Какой низкий голос. Там только у Джин или кто-то еще есть? Я вот честно не знаю. Ну, по-моему, он. Если не он, то напишите в комментариях. Ну, вроде бы лучше. Это extended version. То есть еще не все, да? Еще не все, да.
лошадь красивая. Мы как казахи любим лошадей. Да. Мы очень любим лошадей. Конечно. Помните. Любовь. Сырон красивый. Сырон лицо смешное. Красавчик, красавчик. Вау! Ома! Секси ома! Какой взгляд! Не доводи, ну да. Бум-бум папа. Слишком горячо. Интересно, долго они снимали вот этот момент, когда они такие серьезные по пляжу? Мне кажется, им это сложно давалось. Очень-очень-очень. Номо, я. Это как Мюнхен говорит, ну, саране. Я читала много комментариев, что клип так себе, что его как будто сняли на любительскую камеру и, короче, сэкономили на бюджете клипа. Ну, конечно, я не скажу, что такое что-то супер. Само качество клипа как произвело какое-то такое бешеное впечатление, но мне кажется, парни просто своей вот этой харизмой, своими выражением лица, движениями, они просто напрочь перекрыли, возможно, какие-то вот эти вот шероховатости. И это было... мне очень понравилось. Да, это слишком было классно. Да, мы тут сами пылали. Мы тут пылаем до сих пор. Да, я не могу так. От эмоций. Вот эти вот моменты, когда их имена высвечивались, и они там что-то делали. Это было реально круто, очень красиво. И у некоторых парней действительно были такие... У меня аж прям... Особенно я от Джисона не ожидала такого, что у меня будет... Я да, это было нечто. Breathtaking moments with Jisun. Потому что я ожидала, что у меня какой-то будет такой прям... может, ну, бешеная реакция на Даниэля или на Суну, но у меня ни на того, ни на другого не было такой реакции. Мы как бы привыкли. Да, и когда тебя удивляет кто-то другой, да. Это прям мне вот в этом клипе для меня прям вау, это Джисон, однозначно. Да. Он просто... красив всех. Да. Очень-очень красивый. На Бэджиньона посмотришь, вот кто скажет, что это пацан, который точно танцевал Гроу буквально пару месяцев назад и пялился в пол. Да. Он такой весь такой прям overflowing харизма, такой профи. Да, прям он выглядит как профи сейчас. Я просто не верю. Если бы я не знала, да, что пару месяцев назад, когда он пришел на продюс, он был жутко застенчивым и как бы стеснялся танцевать или какой-то контакт с зрителями. Да. Наводить ту, я бы не поверила. Но и остальные тоже очень, очень классные, да. Джихван. Он, правда, только на третьей минуте, по-моему, появился. Да, мало было. Вот. Ну, у Джин тоже. Много. Парчик. У Джин вообще прям шикарный. Ну, он такой прям. Он такой ребенок, он такой намджа. Реально, сложно. Быть звездой, он создан. Да, он создан быть звездой. То есть он на сцене, вот это вот все. Его взгляд, он какой-то прям такой. Да. Прям мужик-мужик. Мюнхен красавчик. Да. И я никогда, у меня не было такого, что, как сказать, фетиша, что ли, когда кому как нравится что-то определенное, да, там, например, туки пальцы нравятся. Красивые длинные пальцы, да. Вот, у меня такого не было, но, глядя на Мюнхена, я поняла, что я тащусь от его линии челюсти. Она просто такая, я такая... Он как в профиль, когда я на него смотрю, это... Красивый. Как Суну тебе?
Сама? Что-то, мне кажется, тоже мало было, нет? Я только один раз, когда имя касались, больше особо да, видать, не помню. Да, видать, в этом клипе решили вокалистов сильно не выделять, потому что в Energetic, там у Сунуна такая, он начинает такое, у него очень классное движение, и вот это такой прям драйв, вот, и Джихуан потом подхватывает, а тут, если честно, я Сунуна, я его не запомнила. Единственное, вот когда парни вот выстрелились к пирамиде, и он над ними вот... А, да, вот эта часть, ну, кстати, классная очень. Ну, как бы, только вот это вот запомнилось. Мне очень нравятся партии, где вот именно в конце у Джин в центре, и вот это... Да-да-да. И на полу, блин, это так шикарно. Мне очень нравится голос у Джин. Вообще, у рэперов классные голоса. Я даже послушала этот рэп Джихуна, у него тоже классный голос. Да, кстати, у Джихуна была шикарная партия. Действительно, ты можешь прям так этот захватывает тебя. Кстати, вот это второй куплет, где начинает Джихун, я тоже думала, кто это поэт, Джихун, а потом уже начинает Джин. Я тоже удивилась, что это Джихун был. У Дэхви такой красивый голос. Звонки. Ну и накрасили его хорошо. Да. Сону. Няшка. Сону. Я обожаю Сону. Да, он красавчик. Он просто... Ну, если честно, как-то, насколько я люблю Онниели, они меня почему-то не сильно запомнились. Единственное, вот этот момент классный, да, когда там лошадь бежит и превращается в Даниэля. Как Даниэля, знаешь, если своим прессаком, я не знаю, скажем... Мелькать каждый день, то, знаете, это как будто его лицо, на его лицо смотришь. Самое необычное было бы увидеть прессак Джихвана. Человека лень. Мне кажется, и он может сидеть на диете, но мне кажется, качаться это не про него. Знаю, да, прикинь, если... его там капец. Если только Минхён его совсем не распинает и не сделает из него себя. Ну, на будущее. Вот мне интересно посмотреть, если Джихван это покажет свой пресс, вот это будет действительно интересно, необычно. Не думаю. Поживем, увидим. У нас и у них. Тем более он еще есть соло. И... еще есть полтора года. И в соло он будет на гитаре, такой прессак показывает. Во время. И у них такой дело, да? Волну. Да, я уже все это представила. Да, классно. Мы его всех сказали, да? Никого не забыли. Никого не обидели. Гуанлина. Никого не обидели. Гуанлина. Ну, Гуанлин красавчик. Красивый. Он очень красивый. Я обожаю его улыбку. Да, он очень красивый. Сам он очень красивый мальчик. Прям. И голос у него очень хороший для рэпа. Мне нравится английский голос. Так что, я не знаю, мне нравится Гуанлин. Мне даже Гуанлин нравится. Что ты еще скажешь? Расскажи мне твои любимые парочки. О, если мы сейчас начнем разбирать One-on-One по парочкам, то это как минимум надо слушать нас сейчас. А ты вкратце. Ладно, кого моя, ты... Вот, моя самая любимая парочка — это Минхваны. Я их обожаю. Он не ели — это канон нерушимый. Вообще никак, ничем и да, нигде. Не смейте даже разрушать. Мы не принимаем. Да, даже Джисон. Даже они сами себе принимают. Даже Джисон и третье колесо Джихван вообще никак туда не подходят. Да, не хватит. Так что Минхваны, он ели. Ну, кто тебе нравится, вот из твоих. И все. Ну, все равно. На этом лист моих любимчиков закончился. Нет, ну у Джин мне не равнодушен, но Джин мне нравится. С кем но ты хочешь его? Мне кажется, прикольно было бы с Джихуном увидеть, потому что они оба такие очень озорные. Сосиски розовые. Да. Вот это вот движение. Да, блин, обозаю. Я бы хотела увидеть Сонуна с Кванлином. Да, кстати, классная парочка. Это как высокий и самый низкий. Самый высокий и самый низкий. Макнейхён. Моя как коротышка. Да. Дерево и цикада, как про это вот Хена говорили. Ну, вот. Классно смотрится.
Ну, потому что, в принципе, мне кажется, Куанлин очень хорошо относится к Сунуну, и Сунун тоже к нему. Да. Джиньона я хотела бы оторвать от Дэхви. Мне кажется, бедного ребенка просто в этот приковал к себе всеми возможными способами. Винтипы forever. Ничего не знаю. Винтипы, only винтипы. Винтип это... Это Джихун и Джиньон. А, Джихун и Джиньон? Джиньон популярный парень, я смотрю, вообще я прям он, на расклад. Он же плейбой главных продюсеров, ну он с кем только не мутил. Кому только он не строил глаз. То с одним, то с другим. Минхен же еще его любит. Минхен? Даже этот, Уджин лапал его за попу. Минхен его любит, да. Мне так нравится, когда Хёна любит своих танцеров. Минхен его любит, но Минхана нерушимый. Ну он их ребенок. Минхен, ты судьба Джихуана. Он их ребеночек. Так, итак, мой любимый пэринг, это, конечно же, Оньель. Они с самого начала и до конца. С самого начала и до конца это Минхуаны. Оньель. Этот, так что ждем их свадьбы. Да, приглашение, я не знаю, ждать не ждать, но посмотрим. Надеюсь, хотя бы One-on-One пригласят. Ладно, следующий это Винг-типы. Ты уже третью реакцию подашь, пытаешься кого-то поженить. Ладно, ладно. Ты меня пугаешь. Я же работаю в этой сфере, такая, шучу. Хотите найти свою половинку? Обращайтесь. Обращайтесь. Номер психушки какой? Винг-типы. Кого еще люблю? Ну, Минхуаны, да. Это же нереально просто. Это вынос мозга. Без них никак. У Лины мне нравится. Дэхви, вот честно, вот именно Дэхви, я не знаю, с кем он вечно с Джиньоном таскается. Я взаимодействия его с другими особо не вижу. Вот честно, убейте. Но, с другой стороны, это говорит о том, что он очень однолюб. Да. То есть он любит одного человека. То есть его уже не победил? Его девушке повезет, он будет любить только ее. А, и этот, кстати, Сонун мне нравится в паре с Куанлином. Так что мне вот в оставшихся парах нравится вот, да, между собой, короче, общаются. Вот, а вы должны в комментариях написать, кто вам нравится и за какую парочку вы болели, когда в первом эпизоде показали нам пары. Да, когда выбирали, кого сцеплять друг другом. И с кем вы хотели, чтобы они в комнатах жили? Вот честно, я хотела, чтобы Бинги жили вместе. Но они разрушили все на свете. Еще раз, Лингдип — это Джихун и Бэджинин. Да. Но вообще, я люблю их взаимодействие и готова, чтобы они между собой все Да, сейчас YMC посмотрит, все запишет, такой, так, точно меняем пару. Так что все, давайте, прощаемся. Клип был самым классным. Да, кстати, мы же клип смотрели. Мы вообще так клип смотрели. Да. Клип был шикарный, и я, наверное, еще раз пересмотрю потом его. Так что пока. Пока. Goodbye. Всего хорошего. Не болейте. Саранай. Не посмотрю, кого еще дальше. Нет. Надо, чтобы камера еще так приглашала. Я буду высокой. Thank you.
Что это? Вот это фи. Да, что ты будешь гоним? Сумка. Не говори. А, не знаю. Это сумка. Ну, мне она похожа гоним на год. Смотри, сколько он только слышал этот голоса. Я не слышу ничего. Нет, мы не слышим. Хотя бы выделяли хоть где-нибудь. Да не без. Классно, что у меня двоякие теперь мысли. Нет, мне просто больше понравилось. Почему-то я ожидала большего. Мне кажется, она просто без конца идет вот это вот. Кто надо это? Не знаю. Все-таки летесик лучше. Хороший выбор. Она была такая. Нет, прикольная песня. Такая. Мне кажется, просто лучше посмотреть клип. Но в любом случае с клипом ощущения другие будут. Да, там будет секси танец, наверное. На сегодня у нас все. Мы ждем клип. Мы ждем клип, мы ждем шоу. Пока.